Председателю Европарламента Мартину Шульцу была оказана особая честь выступать в израильском Кнессете на немецком языке. Он говорил о солидарности ЕС с государством Израиль, а также о праве израильского народа жить в условиях мира и безопасности. Шульц назвал Израиль оплотом демократии. Но Шульц известен своей прямотой. В своей речи он раскритиковал строительство еврейских поселений на западном берегу реки Иордан, назвав это препятствием для мира. Политик потребовал положить конец блокаде сектора Газа и добиться равных условий для всех. Один молодой человек задал мне вопрос, почему израильтянам разрешено использовать 70 литров воды в день, а палестинцам только 17. Шульц признал, что не проверил эти данные. В ответ на критику главу Европарламента обвинили во лжи. В знак протеста вся фракция национально-религиозной партии «Еврейский дом» демонстративно покинула зал с криками «Позор!» в адрес Шульца. Оппозиция приветствовала выступление Шульца. Чего не скажешь о премьер-министре Беньямине Нетаньяху. Он упрекнул Шульца в одностороннем взгляде на палестино-израильский конфликт.